Шефера. Ладно, есть идея. Что ты делаешь? Я расчищу путь. Садись за руль. Что? Садись, говорят. Тогда какого черта ты согнал меня с места, водителя? Обстоятельства изменились. Ну да. Так, держи ровно. Хорошо. Вот так. Поехали. Еще поближе. Самый раз. Берутся. Ведущая машина за ней. Держись! Ага, ну что, ублюдки, мы вам прищемим ход. О, черт! Они точно не выжили. Идем отсюда. Старые добрые времена. Да, похоже на то. Да, и что теперь? Надо идти в этот жуткий монастырь. Что еще? Там Шефер. А? Проклятие. А что происходит? Он у Лазаревича. О, нет. О. Ты готова к этому? Да, как всегда. А?